Ставрополь стат не ставит перед собой цель наказать индивидуальных предпринимателей, юридических лиц за непредоставление статистической информации. Мы хотим получить полную, максимально полную и достоверную информацию. А те предприниматели и юридические лица, которые отказываются представлять в адрес Ставропольстата информацию, для них предусмотрены административные правонарушения. Для индивидуальных предпринимателей в размере от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 20 до 70 тысяч рублей.